Всем привет, с вами вновь канал «Я и мой хвост», я ваш телеведущий Олег. Ребят, ну, все, кто чем занимается в Новый год, да? Я занимаюсь Новый год тем, что ворота делаю. И Акбар мне помогает. Акбар! Акбар! Где мой собак? Акбарчик! Акбар! Вот я, знаете, что хочу сказать? Чем отличается немецкая овчарка, ну, в принципе, не только немецкая овчарка, овчарки, там, допустим, от лабрадоров, от пуделей, там, и так далее. То есть это собака, которая сосредоточена полностью на вас. Если пудель вышел, занимается своими делами, да, лабрадор то же самое, вышел, в первую очередь, там, пробить ситуацию, где что как находится, то немецкая овчарка, и, в принципе, овчарочная вот эта вот группа, там, бельгийская овчарка, неважно, восточноевропейская, они сосредоточены на своем хозяине. То есть это реальный партнер такой. То есть почему вот я настолько люблю немецких овчарок, да, именно потому что вот, ну, он везде со мной. Он везде ходит со мной. Он даже когда мешается, он все равно ходит со мной и пытается там что-то охранять, пытается что-то смотреть, чем я занимаюсь, да. На, бак. Где моя зайка моя? Видите, снег жрать начинает. В общем, друзья мои, канал «Я и мой хвост» в этом году были просто огромные перемены. Я этому году собаки благодарен очень сильно, потому что, ну, смотрите, мы побывали на Сейшельских островах, мы выпустили курс «Городская собака», мы сменили место жительства, у нас был один парк-отель, который уже начал работать, сейчас строится другой парк-отель, да, еще более качественный, еще более лучший. Немножко я был вынужден в конце года сделать паузу такую по стримам, да, и по выпускам. Меньше стало выходить выпусков видео под конец года, но это было связано с тем, что мы готовим еще более качественную почву для того, чтобы снимать новые, свежие, хорошие ролики, и не только которые будут теоретические, да, то есть когда ко мне в парк-отель приезжают другие собаки, гости наши, да, то есть и я корректирую их поведение, я наглядно вам демонстрирую, как можно из непослушной какой-то собаки сделать хорошего, нормального пса. Поэтому, друзья мои, канал «Я и мой хвост» желает вам счастья в новом году, радости в новом году, взаимопонимания. Ну и заслужите доверие и уважение, у вас все получится. Акбарчик, иди сюда. Сидеть. Голос. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор-ведущий Олег и мой пес Акбар. Всем спасибо. С наступающим!